Когда я была юной, я была подростком, я осознавала себя как лесбиянку, и я пыталась найти какую-то информацию о лесбийском сексе. Но информации просто нет. Гинеколог может тебе сказать, ты не можешь ничем заболеть, потому что ты лесбиянка. При том, что легко можно передать самые разные болезни, конечно. Я стала поднимать на русском языке темы, которые до этого не освещались в секс-просвете. С тобой все время могут прийти то, что мы называем, то есть у тебя могут все время в любой момент начаться проблемы с полицией, с правоохранительными органами. С другой стороны, среда достаточно гомофобная, трансфобная, квирфобная, то есть на тебя могут просто напасть. Большинство людей в России вынуждены жить в шкафу и найти какую-то информацию, которой нет в открытых источниках, когда ты все время слышишь, что неправильно, и с тобой что-то не так, и среда тебе это транслирует, это сложно. Поэтому для меня очень важно говорить об ЛГБТ-людях открыто.